Приветствую вас, любителей хорошей музыки. Сегодня в видео я буду разбирать песню группы Dirty Tank «Маленький». Если вы по какой-то причине еще не слышали ее, то бегом слушать, а потом сразу берите в руки гитару и смотрите этот разбор. Потому что песня заставит вас окунуться в самые далекие воспоминания раннего детства. В те моменты, когда вы, сидя за новогодним столом, не доставали до пола ногами, а летом пчелы были вашими врагами, хотя они просто делали мед. Как играется вступление песни группы Dirty Tank «Маленький»? Берем аккорд FM и играем два удара вниз, а следом глушим струны левой рукой, отпуская баре. Дальше играем вот эти табы. Первая струна второго, вторая пятый, потом второй. Дальше третий на четвертом и вторая на втором. Все вместе. Далее нам нужен аккорд Е мажор, ми мажор. Ставим его, играем тоже два удара вниз, а затем табы. Первая на втором, открытая. Потом вторая на втором, открытая и вторая. Дальше переходим опять на аккорд FM, играем опять два раза вниз. И также глушим. Но теперь мы уже играем вторая на втором. И делаем вот такие табы. Вторая на втором, пятый, вторая, третья на четвертом, вторая на втором. Переходим опять на аккорд ми мажор, делаем два удара вниз и играем все те же табы, что были раньше. И потом играем по одному двое восьмерка на каждом аккорде по два раза. Со вступлением мы разобрались, теперь на очереди ритмический рисунок и аккорды. Аккорды взяты из официального песенника группы Dirty Tank, так что за их достоверность можете не переживать. После того, как вы посмотрите в разбор, вам нужно будет посидеть самому над песней и понять, как вы хотите, чтобы она звучала. Вы должны сами понять и ощутить весь кайф песни, вложить свою душу и эмоции. В основе всей песни лежит бой восьмерка. Конкретный пример игры ей и как ее научиться – я сейчас покажу, просто повторяйте за мной, тогда у вас точно все получится. Пример боя восьмерки медиатором. Теперь без медиатора. Медленно. Если вы будете делать все правильно, то у вас точно все получится. Аккорды в песне будут такие: FDS минор, ми мажор, HM, то есть си минор, и ре мажор. В куплетах играется на этих аккордах по одному полному бою восьмерки. Сейчас перед вами всплывет текст с аккордами, играйте и пойте вместе со мной. Желательно сразу попытайтесь запомнить последовательность аккордов и то, как они идут друг за другом, потому что в дальнейшем вам будет проще. Я снова маленький, солнце яркое, мама опять сильнее всех в мире. Я снова боюсь собак,
и оставаться один в квартире. А деревья такие большие, незнакомые плохие слова, поиграем в прятки. Мне как раньше по пояс трава. При певе восьмерка будет делиться, поэтому может возникнуть сложность для освоения. Аккорды там такие. Ре мажор, ми мажор, фа диез минор. Сначала посмотрите пример, как играю я. Это я не достаю до пола ногами. Вот, пример был, как играю я. Я на аккорде D играю вниз, вниз и вниз вверх. Вниз, вниз, вниз вверх. Вниз, вниз, вниз вверх. На ударах вниз вверх я переставляю на аккорд ми мажор. И на ми мажор тоже играю вниз, вниз, вниз вверх. Как это звучит? А на аккорде фа диез минор я играю полную восьмерку. И опять же на ударах вниз-вверх я переставляю на следующий аккорд. Играйте вместе со мной. Это я не достаю до пола ногами. Или пол до моих ног не достает. Те, кого я считал врагами, просто делают мед, просто делают мед. И это я, только дети трясут головами. Не узнали меня, говорят, что не смогут помочь. Я стал сильнее, и теперь я не лягу к маме. Но чудовища не пришли, я прождал их целую ночь. Вот и все, мы разобрали песню. Если у вас что-то не получилось, пишите это в комментариях, я обязательно вам помогу. Всем спасибо за просмотр. Пишите комментарии, ставьте лайки. Все, кто досмотрел до этого момента, вы красавчики.